тракторе, друзья, установлен дозатор.
все, друзья. Трактор у нас на стадии готовности. Крылья здесь все примерили. Мы тоже вот много уже показывал, рассказывал. Крылья это все примеряем, потому что отверстия у нас при установке не сходятся. Приходится здесь вот так вот разрезать, устанавливать. И тут прихватывать заново, все заваривать, шлифовать, чтобы уже была тютелька в тютельку. Движок после полного капитального ремонта, новый радиатор, кабина новая, с поворотным сиденьем и рулем, новая резина дилшина, вся облицовка на тракторе новая, электрика новая, электрика здесь на 24 вольт, дозатор, коробка нового образца, корпус фильтра у него снаружи. Дальше привод от коробки. Ну, то есть вал отбора мощности идет у нас. Наш шнекоротор. Привод шнекоротора. Редуктор. И то же самое и у нас на втором и третьем тракторе. То есть у нас все три трактора шнекоротора с одинаковой все кабиной. На эту еще кабины нету. Облицовка. Также все новое. Новое. Навеска, мосты у всех трех тракторов усилены, то есть бортовая усилена, сателлиты с двух сторон, уже крепление идет. У неусиленного только с одной стороны крепление, у усиленного сателлиты держатся с двух сторон. Вот за счет этого идет усиление. Коробка все то же самое, полный капитальный ремонт, корпус фильтра снаружи, также вал отбора мощности, редуктор. Вот так вот выглядит кабина. Кабина новая, баки уже готовые. Готовы и на этот трактор, на третий трактор, и на второй трактор. Сегодня будем уже устанавливать и примерять передние крылья. Также разрезать нужно будет вот здесь. Все так вот разрезается. Установим. После того, как баки установим, уже будем дальше прихватывать. Сейчас мы устанавливаем на третий трактор крылья задние. По третьему трактору все то же самое, что и второй трактор, что и первый трактор. Они все идентично, одинаково все собиралось. Также у нас полный капитальный ремонт двигателя с новой цилиндропоршневой группой, полный капитальный ремонт РПН на всех трех тракторах, новые насосы гидросилы усиленные НШ100, полный капитальный ремонт коробки. Это все мы выкрасили. И коробку, и навеску цвет трактора по гидроцилиндрам. Гидроцилиндры здесь новые. Гильза, шток и поршень. Крышки уже свои родные. По карданам новая крестовина, новые подшипники, новые шлицевые. Труба шарнира также наплавлялась, растачивалась в два слоя. Тут уже крыло все замерили. Сейчас замеряем второе крыло и дальше будем уже готовить к малярным работам. После малярных работ установим. Контейнеры здесь уже все установили. Бампер также здесь все замерили. По раме я уже рассказывал в прошлых роликах, позапрошлых роликах показывал, как мы ее усиливали. И переднюю, и заднюю полураму. По передней полураме у нас здесь плита наварена. Так как здесь у нас гидроцилиндр подъема отвал установлен. Вот так вот все это дело выглядит.
Ну и на бампере вот такой вот уже приходится вот так все разрезать и такую крышечку изготавливать. Чтобы было все эстетично, чтобы выглядело красиво, был эстетичный вид. Дальше усиление. Вот тут все усиливали, наваривали, усиливали, заварили уже кронштейн, крепление отвала. И по бокам тоже щеками это все усилили. По задней полуране у нас усилены уголки. И усилены щеками по бокам. Ну и у нас по тормозной системе у нас всего один уже энергайз камазовский. Тот уже родной, так как места нет, поэтому все это дело выглядит у нас так. Ну, вроде на этом, друзья, все. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Кто не подписан, не забывайте подписаться. Данный трактор уже будет готов на следующей неделе. Тут у нас осталось крылья покрасить передние. Вот еще заняться нужно будет предбанником, капотом, облицовки радиатора осталось. В принципе-то и все. Трактор уже почти готов. Тут еще работы недели на две, там недели на три. Дальше у нас с малярки вышла кабина на К-702. Потихоньку собираем. Обшиваем. Обшивка у нас будет вся новая. Вот так вот она выглядит. Губка и сверху перфорированные дермантины, как кожа, как там принято называть на сегодняшний день. И новая электрика здесь все будет. То есть уже кабина будет как новенькая. Ну, можно сказать, что кабина будет новая, все это каркас только старый. Ну, на сегодня, друзья, все. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Не забывайте писать комментарии. Также поделитесь роликом, те, кто использует кировцы, возможно, наши услуги им будут нужны по ремонту либо изготовлению нового трактора уже для конкретного человека, заказчика. Ладно, всем пока-пока, ждите новые ролики.